Всем привет! Сегодня мы продолжаем слушать альбом Арни, который собрал там целую гору более-менее популярных исполнителей, взял, перемешал их в миксере, и получилось то, что получилось. Сегодня мы послушаем три трека, которые вы тоже просите. И, ну, в общем, короче, перед этим мы послушали три трека, и сейчас послушаем три трека, и, наверное, с этим альбомом завяжем. Итак, сегодня мы будем слушать «Арни обладает», «Он Айр» называется. Перед тем, как мы будем слушать, напоминаю вам о том, что мы есть в Рутубе. И если вы хотите, чтобы у нас хоть чуть-чуть была монетизация, приходите туда, смотрите. Потому что здесь, к сожалению, мы уже ничего не получаем. Там какие-то гроши, которые даже невозможно набрать. Также у Максима есть свой канал, который есть на Дзене, есть на Ютубе. Вы можете войти по ссылке в описании, которая будет под этим видео, и тоже посмотреть, ознакомиться с его ассортиментом. Ну и, соответственно, я написала книгу, которую выложила на Алитрес. И теперь она там висит и ждет, когда вы придете, скачаете, почитаете и поделитесь с друзьями. И поможете мне ее распространить. Перед тем, как буду слушать, вот сейчас прочитаю про этот трек, превьюшечку. Питерский исполнитель обладает, ранее анонсировавший выход нескольких музыкальных работ в этом месяце, также принял участие в релизе продюсера Арни. Трек «On Air» – классический дрил-рэп-резент, выполненный в фирменном стиле Назара. «Слышь, я никогда не называл то, чем занимался работой, а ты такой брок, но по жизни, когда не помогут банкроты, ты лезешь во все, это из-за долбанной моды», читает артист. Ну, теперь мы узнаем. Теперь мы узнали, что он там читает, и сейчас послушаем вживую, что он хотел нам сказать. Прямое включение, у меня другой взгляд, золотое сечение. Vision. У вас новые серии, у меня нет подписки, я сменил предпочтение. Первый тейк, оставляем закон, врубаешься, это первое чтение. Хром Харс на крещение, я подо льдом, нет нужды в освещении. Йо, это прямое включение. 2-0-2-2. Прямое включение, у меня другой взгляд, золотое сечение. Vision. У вас новые серии, у меня нет подписки, я сменил предпочтение. Первый тейк, оставляем закон, врубаешься, это первое чтение. Хром Харс на крещение, я подо льдом, нет нужды в освещении. Как увидеть свет при рождении, воу, перерождение. Эти движения на шее сверкают, как на награждение. Стрелял на поражение, но делаю винт и не понял значения. Со мной будет Фил, это доктор, отправит тебя на лечение. Закончим общение, слышь, я на отвращении. Я ща в общении, обрубись, это разоблачение. Не плыву по течению, но постоянно на перемещение. Мои увлечения, читаю без шляпы, мое почтение. Players Club, владелец клуба, но не Прохоров. Если утро без газика, то под вечер мне уже некомфортно. Слышь, я никогда не называл то, чем занимался работой. Хобби. А ты такой брок по жизни, когда не помогут банкноты. Ты лезешь во все этой задолбанной моды. Это модно. Я сделал, бля, столько, что мне положен ща долбанный отдых. Уверен, что вы меня знаете лучше меня, это точно. Факты. Но то, что творится сегодня, об этом уже читал Обла. Арни, эй, эй, слышь, у меня эйс, эйс. American Airlines, no face, no case. Это мой концепт, Gmail, я получил конверт. Это мой концепт, снова спиздишь его, пишешь конспект. Прямое включение, у меня другой взгляд, золотое сечение. У вас новые серии, у меня нет подписки, я сменил предпочтение. Первый тейк, оставляем закон, врубаешься, это первое чтение. Хром Харс на крещение, я подо льдом, нет нужды в освещении. Ну, друзья мои, вот если честно, мне вообще, вот послушайте, какая музыка. Это же вообще, это не музыка, это непонятно что. Со словами та же самая проблема. Вот как бы я не особо, видимо, любила этого обладает, но ничего нового, даже с Арни он не родил, и поэтому вот как-то однотипно, скучненько, вот никак. Мне вообще не зашло, но мы сейчас послушаем три трека, и потом я их расставлю по степени, как мне понравилось. Ну, давайте послушаем следующий трек. Продолжаем слушать. Итак, Арни. Альбом Арни, трек «Федук Перепонки». Чуть мы давно Федука не слушали. Время пришло.
Damn, aren't you going crazy on these motherfuckers? Я тоже, а ты хотел делить, а я умножил, а математика это, блядь, сложно, а мама литератор, я почти художник. Папа бросил, что ты там подумал? Папа бросил на япон лоха, что направил дуло. Да, мы ролим этих нубов, да, но мы не курим. Убираю псевдотроп, да я как дворник этих улиц. Цепи на замке, их много, да, ну бро, ты перепутал. Бля, ты думал, что ты сутер, но ты в чокере для шлюхи. Запускаю треки с улиц, ты пускаешь слухи. На бите ты дикий слайм, в реале вижу только слюни. Арни. Book to the sky, небеса. Не ношу часы, время не сочетать. Слишком высоко, здесь не могу дышать. Book to the sky, небеса. Book to the sky, небеса. Не ношу часы, время не сочетать. Слишком высоко, здесь не могу дышать. Book to the sky, небеса. Добрый вечер, хорошего нечего. Курим печеньки, становится весело. Стиль от кутюр, да, мы делаем вещи. Много базаришь, а потечет кетчуп. Лондоне край, тебя тут зарежу, ты шаришь за дрил. Я сверлю твою стенку. Клоуны в роликсах, свип это скепты. На мне лимоны, я снова без кепки. Look to the sky, в небеса. Не ношу часы, время не сочетать. Слишком высоко, здесь не могу дышать. Сейчас засну вообще. Не ношу часы, время не сосчитать. Слишком высоко, здесь не могу дышать. Как-то на Федука вообще не тянет. Ну, друзья мои, как-то было скучненько, неинтересненько. Не хватало какого-то драйва. Драйва вообще не хватало. Драйва не хватало, было как-то тихо, спокойно и незаводно, и было очень сильно однотипно, и не хватало изюма. Вот это все как-то на Федука не похоже, мне кажется, он более активный, раньше, по крайней мере, был. Все, сдулся совсем, ай-яй-яй. Ну и сейчас мы послушаем третий трек, и потом я решу, кто на каком месте у меня из этих трех будет. Итак, друзья, третий трек из альбома Арни Фамус, Декс, Агристефан, Плеер. Плеер. Ну, давайте узнаем, кто это и что они нам хотят сказать. Damn, I need to go crazy on the I'm not a player like Big Pine. Go to gun like I'm James Bond. I do them hits at the Nissan. Over the stuff like I'm Legion. I just pull up in my scrape. How they gon' put me at 8? I took a bitch, you was late. And then I bust up on her face. Watch I gon' run out them bands. I swear to God, I'm the man. I just pop four Zans. I took out to Japan. I'm not a player like Big Pun. I'm pushing hoes off stiff arm. I'm smoking dope, yeah, it's strong. Designer, homie, European, yeah. Бля, я съел больше Famous Dex, и мне что-то читать вообще сложно. Но похуй, Арни, давай сделаем это. Эй, со мной три суки, зову их тупая, ищет углей. Я помню, мне было хуёво, я сел на образовом, теперь у меня отмены. И у меня фетиш на деньги, засунь себе пять тысяч вагину. Или у нас не будет секса, я снял себе черную шлюху. Это было за моего брата Famous Dex. Дагли, Стефан, я плея, не сухой, не вам надо рэпа. Но тем не менее, у меня есть деньги. Я постелил ему прям в дреды, теперь он напоминает рэперы. Я пробил ему два колена, ведь все равно. Когда-то он был, или ему уже, бля, или его уже вообще нету, бро. Похуй. Большие деньги на карте, они заставляют меня параноид. Узко мне все для больше, чем рэп, но я боюсь за свою свободу. У меня сейчас только бабок, что я могу взять и купить твою семью. И весь угар в том, что я получаю их, типа, неся вот такую хуйню. Thank you.
Да, друзья. Даже вот сказать нечего. Вот я тут подумала, кого я должна из трех выбрать. И вот сижу и мучаюсь, думаю, кого. Все три так себе средненькие и вообще никакие. И Федук тоже как-то не выбился из стаи. Вот я бы и даже вот первое, второе, третье место мне некому дать. Ну вот давайте так, третье, это же самое последнее место. И всем трем третье место разделили. То есть по одному месту каждому по единичке. В общем, короче, позорище. Вот эти три трека мне абсолютно не зашли, поэтому сказать мне про них нечего. Все было средненько, все было одно и то же про того, какие они крутые и какие женщины так себе. Вот, поэтому на третье место всех. Всем пока.